Страйкбольный карабин М4А1 от производителя из Гонконга компании East Crane. В комплекте был сам карабин, съемная ручка с диоптром, которая устанавливается на респланку, бункерный магазин, инструкция и каталог East Crane. Материалы изготовления: ствол и пламегаситель алюминиевый сплав, верхний и нижний ресивер алюминиевый сплав, рукоятка алюминиевый сплав, труба приклада алюминиевый сплав, приклад, рукоятка и цевьё выполнены из ударопрочного пластика. Штатные прицельные приспособления: мушка и диоптр. Приклад телескопический с возможностью регулировки по длине. На цевье у основания приклада и на прикладе есть антабки для крепления ремня. Органы управления стандартные для приводов М4 серии. Это спусковой крючок, кнопка отмыкания магазина и переводчик режимов огня, совмещенный с предохранителем, который имеет три положения. Это автоматический огонь, одиночный огонь и предохранитель. У данного привода есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо потянуть за рукоятку заряжания. Обратите внимание, что шторка имитации затвора встает в заднее крайнее положение для того, чтобы вам было удобно регулировать хоп-ап. Хоп-ап пластиковый, роторный, регулируется с помощью колеса. Внутри стоит стандартный гирбокс второй версии. Все компоненты гирбокса взаимозаменяемы запчастями от других производителей, что очень удобно для тюнинга. У данной модели аккумулятор располагается в цевье. Чтобы добраться до аккумулятора, необходимо потянуть за кольцо вниз и снять цевье. Разъем мини-тамия. Для данного привода подходят бункерные и механические магазины М4 серии от различных производителей.